Сегодня в информационном центре состоялась встреча руководителя управления экономики и бюджетного планирования Рузи Айдашевой с журналистами. В прошлом году было создано почти 16 тысяч новых рабочих мест, а количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса составило 50 тысяч единиц. Что касается сокращения из-за экономического кризиса, в некоторых предприятиях часть сокращенной зарплаты будет выплачиваться из госбюджета. Это будут градообразующие предприятия получать. Схема уже есть, они уже делают его основным непосредственно отраслевым управлением является управление занятости социальных программ. Они туда уже обращаются, имею в виду сами руководители, делают расчеты, и все это будет, как положено, через их бухгалтерию проходить. Возмещение будет идти 2/3 части сокращенные заработные платы. Если средняя заработная плата человека составляет 100 тысяч, он пошел под сокращение, ему говорят, что вы теперь будете получать 50 тысяч, то 2/3, то есть 33 тысячи будет возмещено ему из бюджета. То есть он у него будет получать уже 83 тысячи. В прошлом году объем выполненных строительных работ составил 123 миллиарда тенге. В эксплуатацию было введено 536 тысяч квадратных метров жилья, что больше на 12% по сравнению с 2014 годом. На сферу образования было выделено 53 миллиарда тенге. Было открыто 5 школ на 1500 мест, 22 детских сада почти на 3000 мест. Что касается планов на этот год, в 2016 году будет проведена газификация всех районов области. Не обошли стороной и вопрос, касающийся дорог, которые, кстати, после зимы пребывают в плачевном состоянии. В 2015 году на строительство и ремонт дорог с областного бюджета в виде трансфертов нашим городу Актюбе и районным центрам было выделено более 4 миллиардов тенге. Они эти все деньги освоили. Ну, вы сами знаете, расширение Санкт-Петербург-Батар, вот здесь вот, которое шло, да, ремонты всех в старой части города, на Москве ремонты, это все было за счет денег, которые мы предусмотрели трансфертами. В этом году сейчас мы для, в 2016 году мы в бюджете им заложили для города Ахтубе и для районов сумме 1 950 000. В ближайшие два года в рамках государственно-частного партнерства будет построено 29 объектов на сумму 63 миллиарда тенге. В области появится станция скорой помощи, 3 поликлиники, 1 больница, 10 детских садов, ледовый дворец. Некоторые из этих проектов появятся благодаря иностранным инвесторам. Айшат Ибрагимова, Алимжан Молдабеков, программа «Факт».